Время поговорить о говне. Кучка новых рабов, тем более один на халяв. Не Last Christmas. Скинчики из детдома. Еще какой-то скин. Больше халявы. Мегамасштабные замесы. Новая питерская дорожечка. Какая-то картика. Подпишись, и тебе выпадет стардроп. Погнали, что там. Блять, хватит отбивать свои яйца. Погнали за мной, хуик. Иди нахуй. Эй, мудак, смотри. Сука. Двигай своими багетами. Эй, чё? Да повернись ты. Что, блять? Добро пожаловать, кошельки. Ну что, ребятки, время сказануть контентика на целые 2 года. Начнем что? С Новым годом, кошельки. Ну и конечно, наша днюха. Это значит, гоните нам подарки, блять, а остальные пиздуйте отсюда. Точно, а вот новый раб. А именно наш сотрудник в компании. Не обращайте внимания, что он манки. Так надо. Этот ганден приплыл аж из Африки, а теперь хуярит своим микрофоном тех, кто не заплатил за коммуналку. А как он это делает? Легко. Он прыгает на тебя своей жопой, а затем со всей дури херачит по лицу. Его ульта охуительная и классическая. Он нажирается фасолью и просроченными салатиками с шаурмой, и на своих газах этот манки взлетает высоко в стратосферу. Через некоторое время этот мудень падает на тебя вновь. Как он себе не расхуерил голову. Мы не ебем. Этого гандоныша можно будет забрать совсем за ничего. Правда, как говорят, отсоси, потом проси. На эту суку выйдет сразу несколько скинов. Макаронина манки. Какой-то дед после рыбалочки. А также еще скин, который мы хуй покажем. Салатики за Новый год вернутся, а эти ебланы будут вторивать их по акции. Итак, Дедушка Мороз, проебавший ноги. Следующий — это темнокожий шахтер, которого вы сможете забрать на халяву. Какой же Новый год без доната и пыльных подарочков? Теперь у вас будут коробочки с мифчиком, которые сделали мы лично сами. Надеюсь, вы обдолбаетесь ими в хлам и будете гнать нам деньги. Но в коробках могут быть этот манки, а также этот шахтер. Также можно будет дать хорошенько по ебалу и другим рабам. Вы ждали? А вот зря. Ведь у нас будут глобальные мегамасштабные замесы, как в Шаде, но это не Шаде. Зови своих ебанутых отчимов и вперед кидать дизлайки. Знаете, чем пахнет? Да нет, блять, не говном. Заебали. Новый раб шаурма. Этот шмырь насыт тебе в кусты, когда ты будешь на Эдгаре нахуяривать себе ульт. Поэтому, после этого ты помрешь моментально. Эта шаурма может подкорректировать твое личико, ведь ты что, не знал? У него было двойное высшее образование по дизайну. Не ссы, расхуярит лицо тебе красиво. Его ульта имеет раздвоение личности. Он может прыгнуть на тебя и сломать тебе хребет, либо же прыгнуть на алкаша и сломать ему грудную клетку. Все так же на стиле. А это его скин, нелегальная шаурма, выбравшая вилку. Заебали вновь скинами, но ты не плачь, ведь у нас есть скин из детдома. Анимешная шакалина. Этот скин будет в ебаной донатной дорожечке. А также хуевые раскраски для нее. Сгоревшие чертила. У него сгорела не жопа. Просто перебрал дозировка и перчика, из-за чего его живот разворотило. И бумажный хуй пойми что. Он будет стоить как почка, но не боись, говно в подарок прилагается. Все норм. У донатной дорожки теперь начались месячные, поэтому она ебанулась и стала выдаваться только за бабло. Ты не еби нам мозг. Нет, это не мы сделали ее за донат, мы самые щедрые. Ты охуел? Иди нахер, нытики, мы и так вам нараздавали подарочков, поэтому зашейте свой рот и не ебите нам мозги.
А теперь в конце дорожечки вы можете занюхнуть рандомную звездочку, которая определит, насколько ты раздолбался. Теперь в дорожечке не будет рабов, ну, блять, будут, но не будут, сука, да будут они, но те непрестижные рабы, которых не будет, будут другие рабы, но блять не те, которые крутые. Заебали, надеюсь, поняли. А если не поняли, виноваты сами. А если есть рабы, то кредит тебя ждет под огромный процент, запасайся денежками. Скинчики прилагаются. Ах да, купив дорожечку, ты можешь дополнительно купить еще дорожечку, но на 1 метр больше. Не пизди, ты получишь кучу всего, до хера скинчиков, а также какие-то буковки. Выкидывай нахуй свои гемы, ибо они теперь полная херь. После праздничков, вы получите этот высер, забирай донать. Чувствуешь это? Ай, блять, это новый раб. Биба и баба два долбоеба. Это два ебаната акробата, которые устроились в ментовку, а теперь ебашат каждому штраф, особенно водителям. Один долбоеб кидает в тебя штрафы, которые тебе обязательно нужно оплатить своим здоровьем. Время его охуительно юльт. Если ты не заплатишь, то билетник с разворота кинет своего братана. А этому поебать, заплатил или нет, он захуерит тебя электрошокером. Но если ты не заплатил штраф, то получишь еще больнее и сильнее, не боись, подставляй жоп. А также скин джайконов или на простом языке хуйня. Одна дорожечка кайфа хорошо, но две лучше, поэтому смотри. Ну конечно, больше и больше скинов. Встречайте легенду Monkey King из Доты. А также китайскую шаурму. Ой, как же без такой раскрашенной хуйни. Блять, убери этот скин, ошибся картинкой, этот скин уже на пенсии, убери, сука. А вот, совершенно новый, оригинальный скин, у которого нет аналога. Раскрашенную херь пополняет также этот сапожник. Еще больше на ухе скинов. Моднявый хер пойми что. Встрепанный петушок. Идите нахуй. Ну и непонятная хуйня. Горячий отчим в шлеме. Еврейский мальчик на скрипке. А также Клёш Рояль поедает эту помойку. Токсичная шкала. Новая штучка для раба. Типа что-то поменяли. Очень охуительные награды в пути за пивом. Делись своими проебами. Этот гандон придет к тебе домой, чтобы не подарить подарок, а разъебать твой аккаунт и слить все кубки. Шевелись нахер. Эй, ой, блять.